Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по рекламной платформе Onatpack. Здесь пакеты у нас от 1 доллара. Значит, друзья, у меня очень хорошие новости. Вот у меня сообщение. Перебрасывать на страничку, открываю. Так, сейчас рекламку перевожу на русский язык. И что мне пишут здесь? Здравствуйте, Елена. Сейчас у нас более 4000 участников. Мы работаем так быстро, что за несколько часов нам пришлось удвоить пропускную способность сервера из-за большого количества запросов. Ну, это ладно. В течение этих первых дней мы получили несколько разных запросов и предложений от наших членов. Что-то хорошее, что-то плохое. Мы уже начали вносить изменения в некоторые части сценария, друзья. Некоторые участники, которые не могут позволить себе купить много рекламных пакетов, попросили снизить порог вывода средств. Это вообще супер. Смотрите, если у вас менее 10 рекламных пакетов, вы можете сделать вывод, обналичить их по 5 долларов США. В противном случае прежний порог вывода денег в размере 10 долларов США остается прежним. Ну, у меня прежний. У меня 10 пакетов. Мне придется так или иначе ждать месяц. Поспешила я закинуть денежку еще. Вот, ну бог с ним. Вот. Так, далее. Многие участники попросили дать им возможность получить на связи их с нижестоящими. Ну, чтобы общаться, можно было посылать сообщения. Ну, они что-то тут тоже будут делать, как бы. И далее. Рождество у дверей, поэтому создали желаемую заставку на баннер. От новые баннеры. И что еще? Для этого в праздничные дни мы увеличили кредиты, которые каждый получает за серфинг. С 0,5 кредита до 1 кредита. Вот. И что тут ссылочка? Все опять перебросит. Вот любит админ. Дело. Вот такая вот заставка будет. Вот, новогодняя. Но у них же там Рождество вот, на нас 25 числа. Значит. Ну, как бы такие вот хорошие новости. Можно таким образом делать реинвесты будет. Но я вот тогда уже задержусь в этом проекте. Раз у меня 10 пакетов, я буду ежедневно просматривать вот рекламку свою. 10 рекламок. И таким вот образом 5 долларов можно реинвестировать, обратно закинуть. Ну, а 5 долларов на вывод. И таким вот образом, главное, чтобы меньше 10 было. Можно 9 пакетов, например, да? И вывести 5 долларов минималка, как бы. Вот. Ну, вот как-то так. Ну, здесь у меня уже 30 центов на вот этом, как бы, ну, на Пуршазе. Вот. С него я могу как бы покупать тоже рекламные пакеты. Ну и вот он на балансе у меня уже $1.21. Надеюсь, моя информация была вам полезна. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.